Всем привет! Предлагаю вам сегодня сделать красивую интерьерную куколку. Для этого нам нужна бусинка, у меня 1,5 сантиметра в диаметре, ниточки любые, которые у вас есть, у меня вот такой ирис катон, и 2 кусочка картона 8 сантиметров и 4 сантиметра. Сейчас будем делать платьице. Для этого берем нитки цвета, который нам нужен, и обматываем вокруг картона. Я делаю 100 раз, но можно и 150 раз, чтобы платьице было более пышное. Ну, вообще, сколько вам хочется. Чем больше, тем пышнее платьице. Завязываем сверху. Таким образом фиксируем и разрезаем. Это у нас будет туловище платьице. Потом нужно будет хорошенько подровнять. Ниточки прячем и провязываем 3 ниточками того цвета, которого у вас будут сделаны волосы. Я вот сделала коротковатые нитки, я потом все-таки сделаю их длиннее. Теперь делаем волосы. Берем картонку 4 сантиметра. Связываем жгутик 3 ниточки. Закладываем вот так. И делаем такую же обмотку. Я сделаю 40 раз. Опять же, можно меньше, больше, в зависимости от того, насколько пышные у вас нитки и насколько вы хотите пышную шевелюру для куколки. Вот таким образом завязываем. Немножко не в ту сторону, ничего страшного. Снимаем и повторяем также процедуру, как и с платьицем. Разрезаем. И подравниваем. Вот так. Таких штучек нам нужно 2. Вот одну можно даже меньше, чуть-чуть ниточек. Она пойдет на затылок. Теперь мы продеваем нитку через бусинку. Разделяем ее. И привязываем более пышный пучочек на бусинку, на голову. Вот таким образом, 2 узелками, хорошенько затягивая. Вот уже вырисовывается у нас вот такая куколка. Теперь наклеим 2-й пучочек, вот так вот складываем его. И наклеиваем его на затылок. Я использую клей 88, он быстро схватывается. Ну, можете любой клей, который вам удобно. Клей-пистолет, например. Или даже двусторонний скотч. Вот у меня под рукой есть клей 88. Вот таким образом мы наклеиваем. Узелочком близко к другому узелочку. И вот у нас уже готова прическа. Которую, кстати, можно сделать и длиннее, можно заплести косички, хвостик, все что угодно. Теперь ручки. Я сделала несколько ниточек в жгутик, завязала их с 2 сторон узелочками простыми, сделала их 10 сантиметров. И вот сейчас вот так разделяем платьице и приклеиваем наши ручки. Вот таким образом внутрь платьица, посередине. Хорошенько фиксируем ручки. Вот так. Теперь сформируем для куколки красивую талию. Для этого есть у меня вот такой блестящий шнурочек. Делаем петельку вниз и туго обматываем несколько раз, сколько вам нравится. Смотрим впереди, как насколько ровно, красиво все легло.
И теперь вот этот вот краешек заправляем в петельку. Таким образом мы формируем хороший крепкий узелочек, и он у нас получается внутри под обмоткой. Сейчас смотрим, все красиво, ровно, подтянули. И краешки можно спокойно обрезать. Все хорошо держится. Вот наша девочка уже похожа на девочку. Теперь мы ей подровняем немножечко платьице. Берем вот таким образом, мне будет удобнее. И обрезаем лишнее, чтобы оно было ровнее. Вот так. Еще немножко подровняем. Вот теперь мы для нашей красавицы сделаем ободочек. Это я тот же шнурочек, который использовала на талию, заплела в косичку и краешки зафиксировала двусторонним скотчем. Это можно сделать и клеем-пистолетом. Мне хочется, чтобы ободочек немножко выступал выше головы. Можно его более плотно к голове. Ну, вот мне вот хочется вот таким образом сделать немножко, как нимб такой. Вот такие вот снежинки я нашла фикс прайс. 7 штучек стоило 5 гривен. Это вообще копейки. Чудесные снежинки пластиковые, блестящие. Вот одну я вот так вот приспособлю, сделаю из нее крылышки. Разрезала ее пополам. И вот такие чудесные крылышки для нашей феечки. Сейчас мы их приклеим хорошенько. Поднимаем волосы. Я их немножко собрала в пучок, чтобы они мне не мешали пока. Вот таким образом. И сверху волосы тоже приклеим, зафиксируем. Вот такая вот симпатичная у нас феечка, ангелочек. Я решила ей еще и личико нарисовать. Если вы хотите такое миловидное выражение, то можно сделать бровки немножечко наклоненные внешним уголком вниз, а глаза я хочу нарисовать закрытыми. Добавлю реснички. Две точечки, носик и ротик. Друзья, благодарю вас за просмотр. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, потому что я буду снимать еще очень много интересных видео. Будем делать вместе с вами красивые вещи и радоваться тому, что мы сделали. Еще раз спасибо. Всем до встречи.